Одно лечим, другое калечим. Так могут описать свою ситуацию сотрудники Чебоксарской ТЭЦ-2. Год назад при ремонте и расширении Марпасадского шоссе на близлежащих предприятий остановках убрали павильоны и светофор. Оценивала ситуацию наша съемочная группа. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. Когда ждать транспорта можно под крышей остановочного павильона? Уже почти год, как сотрудники Чебоксарской ТЭЦ-2 вынуждены делать это под открытым небом. Все началось с того, что при расширении дороги остановки убрали, а назад так и не вернули. Но павильонов нет, и людям ждать приходится на морозе, на ветру, на дожде. У меня вот ночная смена, когда уходит, девочки иногда прямо звонят, что мы уйдем на больничный, потому что мы продрогли, промокли. Транспорт вообще не останавливался по поводу этого. Даже кондуктора подходят и говорят, а мы не должны здесь останавливаться, у вас нет павильона, мы не будем останавливаться. Сколько мы не просили, вот мы даже 5 писем отправили, но все время получаем только отписки и результатов нет. Отсутствие остановок – полбеды. При расширении дороги убрали светофоры, пешеходный переход. Ближайший теперь более чем через 200 метров, а на другой стороне дороги тоже находятся объекты предприятия. Некоторые работают на этом предприятии, на ТЭЦ-2, а другие тоже здесь же, но приходится сюда ходить. Вот баки, здесь они обслуживают. Раньше переходили по светофору, сейчас вот туда, 500 метров, туда, обратно и в ту сторону, так и ходим. Сотрудники говорят, отсутствие светофора – это не просто неудобство. В случае аварийной ситуации они не смогут быстро добраться до объекта. Дополняет картину следующее обстоятельство. Зимой вот атмосферные осадки в виде снега выпадают. Да, вот эта прилегающая территория, она не чистится, и людям, сходящим с общественным транспортом, приходится передвигаться до поворота по проезжей части. Да, это очень опасно. По поводу всех вышеперечисленных проблем сотрудники неоднократно обращались в столичную администрацию. Вот один из ответов. Остановочные павильоны на остановке общественного транспорта ТЭЦ-2 по Марпасадскому шоссе планируется установить в ходе работ по строительству надземного пешеходного перехода при наступлении благоприятных погодных условий. Подрядной организации «Дорекс» поручено своевременно и качественно проводить очистку от снега и наледи на указанных остановочных площадках. Сейчас конец апреля и, соответственно, благоприятные погодные условия. Обратиться в горадминистрацию мы решили сами. В настоящее время управление ЖКХ и благоустройства дано задание подрядной организации АО «Дорекс» установить 2 остановочных павильона с четной стороны и нечетной стороны. И 15 мая остановочный павильон будет установлен. 15 мая ждать не пришлось. Пока материал готовился к эфиру, нам позвонили сотрудники и рассказали, что остановочные павильоны вернули, правда, вот в таком виде. Что касается пешеходного перехода, то в управлении ЖКХ и благоустройства Чебоксар нам ответили. 200 метров – это норма. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.